Привет всем любителям глобальных пошаговых стратегий. Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я продолжаю вести хеттов к процветанию, надеюсь. Тут у нас вот такая херня, например, образовалась. Не знаю, как это нам поможет процветать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять варваров. Он там десятную, надеюсь, грекам побежит. Давненько, конечно, вот этих нападений варварских не было. В любом случае, если вы случайно наткнулись на это видео, то начните смотреть с первой серии. Ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Хетты, последний уровень сложности, ФФАшечка, World War... Ну какая ФФАшечка? Это против компьютера, конечно же. Так... Как вы думаете, можем ли мы захватить Анций? Мне вот не нравится вот это Карфаген одним юнитом. Давайте окружать, я думаю. Но все равно Карфаген может какую-то бяку тут сделать. Получается... В любой момент. Мне кажется, все равно ему не хватит одного юнита. Я вон раз, два, три, четыре, пять, шесть, семью юнитами атакую. И только половину снял защиты. Так что не думаю, ладно. Так, здесь мы стоим. Пока стоим, просто ждем. Бля, может мне тут как бы юнитов сделать? А то у меня два юнита. Так, давайте вот этих лучников, наверное, перебрасывать в ту сторону. Наверное, даже это копье... Или оставить тут копье, пускай стоит. Нет, копье, ладно, пускай слишком далеко вести. Так, а что у нас тут добавилось? Шелк добавился. Ну, у нас уже... Халеб плюс 0. Кадеш... Блин, в Халеб или в Кадеш отправить шелк? Вот вопрос. Наверное, все-таки в Кадеш. С Кадеш вообще как-то без ресурсов. Кстати, тут определенные улучшения. Подождите, а что, у всех улучшений, у всех ресурсов какие-то улучшения еще добавляют что-то? А, нет, все, везде одинаковые, видите. Ну, ярмарка культуру, сук на Виаректа, это у нас чудо, по-моему. Ну, то есть мы его уже не построили. А, просто на любой городской предмет роскоши минус, да, понял. Блин, а знаете что? У нас тут варвары могут помешать Айю Софью строить. Вот это мне может очень помешать. Ладно, короче, в Кадеш шелк отправляем. Дальше мы можем закон принять. Свод законов, либо наместника. Наверное, все-таки свод законов приму, потому что он довольно быстро. Тут наместник такой хреноватый, тем более. Каждый закон плюс 10 цивиков. Это будет 1, 2, 3, 4, 5. По идее, плюс 60 должно стать. Да, так и есть. Было плюс 34, стало плюс 94. Так, дальше что мы... А, мы библиотеки открываем. Не поздно ли я библиотеки открываю? 69 ходов до конца игры. Так, тут я камнетёсы сделал.
Больше граждан пока нет. Деревню пока только одну могу. Но я бы больше камней, конечно, сделал тут. То есть такое вот соседство. А, кстати, может Одион, между прочим. Да, давайте здесь Одион. Ну, то есть, чтобы быстрее культура росла. Ну, а этим продолжаем камни. Камен... этих. Странно, что мрамор культуру не добавляет. Вот, ну, то есть, каменотесы на мраморе. Я понимаю, что они... Хотя циников дофига. Хм. Так, а в самом городе что мы будем делать? Стены, может, на всякие пожарные? Давайте стены. Так, этих лечим. Лечим. Может, отойти даже немножко подальше. Есть храм и монастырь тоже. Храм и монастырь. Храм и монастырь. В Капуе, значит, нету. Значит, мы этого перебрасываем. Монастырь, монастырь. Наверное, просто рядом... Вот тут и поставлю на горе, а вот тут храм. Этим не двигаюсь, я лучше его, может, ванцей переброшу. Хотя, нет, это крепость. Я просто смотрю, нет ли здесь монастыря. Тут вроде нету. Так, тут, пожалуй, министерство делаем. Ну. Так, тут я сюда, тут и хотел министерство, по-моему, делать на месте этой фермы. Заменить ферму, Ctrl нажать надо. А вот тут как раз ферму хотел вместо... Блин, хотя тут у нас, по-моему, кафедрал надо будет делать потом. Блин, кафедрал... Я вот не помню, нужно ли ему соседство с чем-нибудь. Требуется... Так, это открыть, понятно, уровень. Ага, требуется прилегающий храм все-таки. То есть, либо здесь надо будет храм. Ладно, давайте я здесь пока ферму. Возможно, собор вообще вот тут поставлю. Подожди, а не требуется ли там два городских рядом? Или просто храм? Чисто храм и все. Нам бы еще храм Соломона с другой стороны бахнуть. Ну, 8 лет строится. Кстати, вот этим чувачком можно храм Соломона бахнуть, между прочим. Ну, начать строить. Почему нет? Максимум 2 на семью. Это вообще, тут довольно, так много истоков из 4-й Цивы, вот серьезно. Вот те же в 4-й Циве, например... Там храмы строились, а потом следующие они как-то там по-разному назывались. Соборы для христианства, мандиры для иудаизма, индуизма. И они строились только если у вас три храма. Вот одну мандиру, например, на три храма индуистских можно было сделать. Так и здесь, видите, иудейский собор, он, конечно, не в зависимости от храмов, а от количества семей. Но тут, конечно, у меня все везде можно построить, потому что у меня просто 5 городов. Так, еще раз. Только рядом с храмом, но никаких городских рядом не требуется. Отлично, значит, пофигу.
Честно говоря, я бы вот здесь, нам по-моему, 200... А, нам цивиков не хватает. Ну, короче, мы тут стоим, ждем цивики. Тут ферму хочу. Ну и вот приказы закончились. Ну чё, сейчас будет набег варваров. Я теперь... Там Рим падает по набегам Карфагена. Ну, знаете что, если Карфаген заберет Рим, то мне, несомненно, надо воевать с Карфагеном, потому что у него остается 12 очков, а захват хоть одного 4 очка. Может выиграть. Смотрите, у него развитых городов 9. Но кто-то из них станет легендарным в итоге. Наверное. И с Карфагеном... А кто с Карфагеном может воевать? Даже только... Вот единственное... Короче, я вижу единственная проблема в этой партии. Дебильное распределение. Я, короче, напишу разработчикам явно по этому поводу. Дебильное распределение цивилизаций, за счет чего Карфаген просто сидит с огромной территорией, он просто расселился, и ему никто не мешает, а мы, например, я, Рим и Перс, я, Рим и Грек, друг друга максимально подселили, и сидим, ну, то есть, я даже не представляю, как, что можно было по-другому сделать, вот честно. И из-за этого, например, Рим вот так дебильно поселился, он в том верхнем правом углу куда-то прибежал. Но это ж не нормально. Фига себе, тут грабят все. О, ну слава богу, хоть не все. Я думал, сейчас все ко мне побегут. Ну, харе. Прям сразу в город, да? Семейство кусаранов перешло в иудаизм. Оно не было иудаистским. О! Наместник в Кадеше, 63 года. Крепкое. В качестве наместника плюс 2 вход. Ну, кстати, умная. Две науки за культуру. Ну, я бы, наверное, приказы все-таки взял. Плюс 2 приказа, это вам не хухры-мухры. Так, тут мы ждем цивиков. Кстати, я забыл, что я могу муштру в цивике. Сразу сделаем это. Так, что у нас с Анцием? О, отошел, отлично. Так, все, Анцием мы не боим. Вот вопрос с Римом. Сможем ли мы Рим забрать? Анция, я думаю, что мы забираем. Значит, сюда ставим. Итак, что это, чтобы не дать больше никому его атаковать. Из-за недавних нападений на Анцы у нас теперь много пленников, некоторые из которых хеты по национальности. Одна из заключенных, бывшая студентка военной школы из хетского царства, арестованная по подозрению в шпионаже. Так, поставить ее чиновником в Кадеш, то есть это будет специалист. Да, давайте специалистов Кадеши. То есть у нас теперь смотрим. Вот тут появился спец. Слушайте, давайте, наверное, армию построим. Нам здесь надо отбиваться. Так, а кто у нас тут идет? Кто это вообще? Элитные налетчики. Это все у нас пехота. Ну, против пехоты у нас лучше всего, по-моему, булавоносцы работают. Или лучников поделать. Не, ну у нас два лучника есть, считайте. Конь и вот этот лучник.
Ладно, топорщиков будем делать. Они апаются в булавоносы, это те же три хода, собственно. Так. Ну что, мы не берем, что ли, этим ходом ансы? Да, не берем. А что я там... Ну, стены вроде есть, а ров, что ли, еще построен? Вот не пишется, да, к сожалению. Расширить всплывающую подсказку, удерживать альт. Что-то нифига не расширяется. Ну вот и в этой сбоку не написано. Базовая защита 5, население 5. А, от населения, кстати, еще добавляется защита. Ну и просто, то есть базовая и население. Не, ну я вижу же, что тут стены есть. Ладно, непонятно. Священник-ученик. Ну мы тут продолжим, наверное, до... Так, может все-таки сюда посадить? Блин, ну он какой-то фиговый, ну мне не нравится. Плюс к несчастью. Очень не нравится. Так, ну я считаю, что надо атаковать их. Я надеюсь, грек этого добьет. Так, здесь монастырь. А, еще этот у нас бежит. А, ну мы этим добьем. Лучником, чтоб грек чем-нибудь другим занялся. Так, наконец-то добрался до Вавилона. Агентурную сеть создать 600. Все дороже и дороже. Блин, сколько у нас агентурных сетей вообще? Ну, кстати, давайте ее сюда отправим. Так, раз. Два. Подожди, а почему? А, слушайте, а мы что, можем... Подождите. А, нет, это мы типа можем... Ну, знаете, мы пока что оно и там сидит. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять... То есть там еще одну агентурную сеть осталось сделать. И туда 6... Вот где мне этих агентов набрать, теперь другой вопрос. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Блин, эти еще беремы карфагенские мне не нравятся, которые позволят Карфагену быстрее. 11 очков Карфагену до победы осталось. Да, два приказа. Так, надо воспользоваться каким-нибудь.
посол, торговое соглашение. Нет, давайте, наверное, проникнуть в Карфаген. Сделаем шпиону. Сколько надо? 400. Блин, так я сейчас, может быть, не напродаю. Да нет, напродаю. Не, ну следующим ходом Анций должен пасть. Это что, роща вино? Открыта роща, я захвачу этот город. Эта роща исчезнет или она будет обрабатываться? Интересно. Просто интересно. И там, очевидно, сидит специалист. Монастыри кое-какие иудейские все-таки построены. Боже, у Карфагена 61 приказ просто. Немножко странно, конечно, что в войне... Ну, то есть, греки и иудеи... Но они убивают греческих, римских иудейских апостолов. Это очень странно. Ну что, хотите сказать, что этот лучник никого не обстрелял, да? Или вот этого он все-таки обстрелял? Не, обстрелял. Вот этот... Значок означает, что он походил. Получает удовольствие, причиняя боль и страдания другим. Легкий БДСМ на стриме. Отворяется особой просьбой, прибывает греческий дипломат Камон младший. Камон. Everybody, камон. Знаете эти старые древние греческие философы? Европеид, Евредикл и Everybody, камон. Он желает служить послом в Хатусе среди нашего народа. Ну, раз у нас прям союз с Грецией. А, плюс 80. А что-то плюс 80 к несчастью, интересно. А, может не обрадовать жителей Хатусы? Нет, тогда, наверное, откажем. У нас с греками и так офигительные отношения. Она растет робкой девушкой, вся в отца. Минус один отваги. Последние несколько лет были непростыми, но ваш двоюродный брат Лабарна вырос и возмужал. Теперь он вернулся к вам совсем взрослым и стремится внести свою лепту в судьбу Хетского царства. Ну, 200 культуры в Хатусе, она и так уже легендарная. Я думаю, лучше с семьями. Я понимаю, что с семьями у нас отличные отношения, но это никогда не лишнее, короче. Блин, еще у принцессы диковин, ну хотя бы диковинный. Семья Нинассанов проводит дебаты о достоинствах строгой централизации в государстве. Они просят прислать к ним ученого человека. Требуется ораторша, требуются деньги. А, ну, короче, пофигу. Вот видите, улучшили отношения с семьями, ухудшили отношения с семьей. Нормально. Потому что там мне жалко, там столько... Ух ты, у меня минус один... Минус один... Еда пошла в минус один. Надо больше ферм все-таки сделать будет. Так, начинаем храм Соломона. Ну, докуплю, там чуть-чуть не хватает. Так, Анций мы берем в итоге. Анций мы в итоге берем. Наверное, лучше генералом взять.
Ваши воины нашли кое-что. Вы когда генералом что-либо берете, происходит событие. Ну, короче, высокая вероятность события. Оказывается, в Риме гостила беклянка. О, помните Пудахепу фанатичку? Она даже заседала в местном совете. Ну, теперь она снова под стражей. Ну, наверное, голову с плеч. Фигляна. Так. Город захвачен. 5 лет будет захват происходить. Блин, надо было сначала апнуть. Он же может ходить после апгрейда, кстати, я забыл. Так. 120, 102. Ну, пока вылечиться не можем, к сожалению. Не знаю, наверное, не буду пока подходить. Стены. Казначейство. Празднество. Нет, ну, хотя рост плюс 20, но он и так скоро вырос за 2 хода. Давайте 2 хода совет проведем. Пока. Да, надо фермы строить, я думаю. Тут я ставлю место... А, кстати, а вот это следующего уровня, что у нас там? После министерства. Суд, министерство. Все улучшения надо поставить. Потому что пока он недоступен, так как министерство не построено. Так, суд, министерство, дворец. Требуется... Ага, он рядом с судом строить. Значит, вот здесь мы его будем строить, видимо. Тогда здесь тоже ферму можно. Кстати, обратите внимание. Вот этот рабочий ферму 3 хода делает, а этот 2 хода. Потому что этот рабочий относится к этой семье, а этот рабочий другой семьи. Так, что мы здесь будем делать? Игра предлагает лесопилки. Я бы, наверное, вот здесь лесопилки скорее делал. Потому что тут вдоль реки мы можем еще... Вдоль реки многие всякие прикольные штуки можно построить, типа бань. Открыли полностью территорию. Блин, а как нам тут пройти? Никак. Надо вот к этому городу пролезть. Так, может, мне с кем-нибудь отношения улучшить? Минус 58. Да, тут не особо. Блин, а с Карфагеном никто не хочет повоевать. Давайте вообще глянем. Ну, Карфаген, вот, смотрите, Карфаген занимает вот всю вот эту часть карты. Считайте, четверть карты осталась Карфагену. Надо, чтобы Ассирия с ним воевала. У Ассирии с Карфагеном отношение злое, кстати, перемирие. А как-то можно... Нет, тут, видите, ничего, пока... А, у нас еще и цивиков не хватает, блин. Так, можно... Или чем-нибудь обучить нельзя.
Блин, что-то у меня приказов дофига осталось. Все что-то строят, разведчики все походили. Вот копейщик, но я думаю, что мне нету смысла его отсюда выводить. Ладно, может булавоносцев апнуть. Ой, или генералов добавить, кстати. Вот в этого генерала добавим. О, хороший генерал, 18-летний. Плюс 20%, когда такой же юнит. И тут неплохой генерал. Так. Еще в одного могу добавить. Да, но у нас нету больше генералов. Жаль. Ну, видимо, все, заканчиваем ход. Блин, что-то 8 приказов осталось лишних. Что мы еще можем сделать? Ну, не знаю, я могу... Не, ладно, я тут уже фермами фигачу. Да, вот эти варвары нам, конечно, подсирают прилично так. Ладно. Ну, 8 ходов, 8 приказов сейчас продадутся. Я вот не помню. Наверное, за деньги продадутся. Или, по-моему, за деньги. Они не в муштру продаются по соточке. Сейчас библиотека прям до уни... Ну, там надо армии все равно идти. Я сейчас одного там кого-то оставлю, наверное, лучника. Вот этого охранять. А все остальные армии пойдем к Риму. Не знаю, что-то Карфаген вообще его не атакует. Он зачищает территорию, прежде чем Рим, что ли, атаковать. Не знаю. Но Анций, кстати, еще не считается, что он мой. То есть мне его надо 5 ходов держать. Ну вот, просто юниты уничтожает Риму. Такое ощущение. То есть пока Карфаген за меня типа играет. Рим даже не атакуется, как вы видите. Ой, Вавилон с Римом воюет. Так, что там? Что там, что там? А, грек ходит. Да, и Вавилон. Блин, а кто с Римом не воюет? Карфаген, Вавилон, Хетты, Греция. Короче, Египет, Персия, Сирия только не воюют. Нет, нет, только не этого рабочего. Фак, там... Короче, надо сейчас вот этого рабочего защищать. Иначе мы не сможем Айосу... Ну, то есть, если его убьют, то на Айософию заново придется строить. Но она не умерла, мы ее казнили... Захватив Анций. Точно. А, Вавилон только сейчас объявил войну Риму. Отлично. Бесплатный придворный министр. Пожалуй, нет. Вот усмирить город. Давайте чеканку монет, чтобы вот усмирить город можно было. А что там требуется? 100 цивиков и 2... То есть это снижает уровень несчастья в городе. Рынки можно будет... Ну, блин, денег у нас и так дофига. Так. Ну, нам надо этого убивать в первую очередь. Этим раненым, наверное, постреляю. Тут уровень мастер щита против генерала. Точность.
Против пехоты. Нет, давайте точность. Так, сколько нам надо по нему урон нанести? Вот этих двоих нам хватит, я так понимаю. Да, отлично. Не понимаю, он продолжает? Вроде продолжает работу. И этого убиваем. Так, тут все вроде норм, и в принципе мы с этими должны разобраться. Окей. Что по событиям? На аудиенции с вами. С вами матриарх Кадуси города Халеб сообщает, что многих их братьев и сестер по иудейской вере печалит война с Римом. Какие бы земные цели мы ни преследовали, война уносит жизни верующих. Так, точно нет. Пускай будет разочарован. Это сильно снизит? Нет, 201, нормально. Хрен с ним. Ой, остается несколько свободного времени. Получить писца в Хатусе, рабочего. Не, давайте писца получим. Так, дальше. Здесь идем к Риму. Плюс 10%, если получены повреждения. Нет, давайте. Давайте просто бой второго уровня. Те же самые 10%, но они всегда 10%. Они только когда получены повреждения. Так, а центр города у нас где вообще? Вот, да? Я предлагаю марш-броском подойти конкретно ближе. Сюда. Дальше этим. Сюда подходим. Этим тоже марш-броском сюда. Нет, слушайте, Рим уже атакуется. Ясненько, понятненько. Так, теперь лучниками занимаем позиции сзади. Коалиция из трех. Карфаген, Греция. Ну, Греция один юнит, правда. И хетты. Короче, варвары осадили Рим. Но если Турикум заберет грек, я вообще не возражаю. Мне главное Рим и Анции забрать, чтобы они не достались Карфагену. На всякий случай тут встанем. На самом деле, вы можете на любой территории города стоять, он будет уменьшаться. Ну, мало ли, вдруг Рим откуда-то выскочит из тумана и начнет атаковать город. Так, старый священник в Хатусе. Блин, может тяжелую колесницу сделать? Турм может атаковать снова. По кругу атакует. 25% при обходе с фланга. Блин, 4 хода строится. А колесницу я могу... Если я колесницу сделаю, то ее ж можно будет апнуть в тяжелую колесницу, кстати. Нет, улучшается до всадника или конного лучника. Блин, 4 хода строится, так жалко, честно говоря. Давайте, может, лучше архив сделаем. Ну. Так, здесь я что сделал? Старый священник.
Ну, наверное, давайте в храм, еще. Так, у нас есть 463 цивиков. Ну, блин, так не хочется этого придурка садить. Как у нас в Халибе вообще дела? Плюс 0,6, 8 уровень несчастья, тут 9. Да просто сравните, 9 уровень минус 45% ко всему, а в Хатусе 4 уровень всего лишь 20%. Снизится, по-моему, до 2 будет 10%. Ну, короче, каждый уровень, по-моему, по 5% добавляет. Блин, минус 21, одна еда уже пошла. Фигово. Сюда, вот в этот город отправим. Я не знаю, правда, где мне брать столько агентов, чтобы туда их направлять. Как мне эту амбицию выполнить? За счет чего у нас сейчас уменьшается постоянно еда? Одного юнита, например, построил. Было просто одна и одна. Откуда у нас 20 еды? Делать куда? Спецы. Спецы потребляют. Ребята. Спецы жрут как не в себя. Жирненькие вот эти вот. Отъедаются на моих харчах. Все ясно. Блин, у персов всего 14 приказов. Хотя бы у кого-то меньше, чем у меня. Ну, у персия после... А, так слушайте, персию уже забрали практически. Одно очко. У персов один город остался. Вау. А кто ее забирает? Египет? Египет просто... Так Египет, смотрите... Вавилон забирает эти города Рима. Ну, короче, Персия и Рим, я думаю, минус в этой партии. Не выдержали испытания временем. Вот, влекли на себя немножко варваров. Минус одна легитимность, потому что был обнаружен, но зато территорию Карфагена открыли. Захватить 5 иностранных... Нет, не получится. 100 клеток типа город. Не понял. Требуется город клетки. Что такое город клетки, блин? Городские улучшения. Ну, кстати. Кстати, вот это возможно. Давайте примем. 71, нормально. То есть нам 29. То есть это, смотрите. Ну, во-первых. О, наместник Кадеша погибло. Минус 5 науки. Но все равно надо брать. Ваш муж глава шпионов. Так, а для шпионов, по-моему, мудрость важна. Смотрите, во-первых, мы захватим Анций. Это тоже все его городские клетки присоединятся. Так, что у нас в Риме? Ну, я думаю, надо стоять, ждать. Не атаковать, я вот к этому. Нам не хватает вот... Это половинку. То есть, грубо говоря, мы за один ход раз, два, три, четыре, четыре вот этих кубика можем снять. Поэтому сейчас нету смысла вообще этими ходить. Так, дальше есть ферма. Чиним все, что нам сломали.
Да, блин, ну серьезно. Почему постоянно остается какая-то половина кубика? Вернусь, наверное. Я думаю, что с этими двумя юнитами мы уже как-нибудь справимся. Вернусь прокачиваться. Блин, надо было это и вернуться, а потом тут вылечиться. Что-то я опять в очередной раз тупанул. Сорямба. Я маленькая тупочка. Хетская. Хетская тупочка. Так, два совета завершено. Граждане есть. Но граждан я хочу в монастырь. Да, направить. Или в Одион, кстати. А Одион один ход. Ладно, давайте еще совет один ход сделаем. Давайте посчитаем. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Десять кубиков. Просто мне интересно, сколько соперники снимут здесь следующим ходом. Так, этот нос отправляется чинить все. Продолжаем каменоломни делать. Тут у нас собор будет. Наверное, вот сюда ферму. Или чинить. Нет, давайте ферму пока, блин. Минус 12, мне это не нравится. Слишком много жрут еды эти спецы. Так, последнюю агентурную сеть создаем. Ух ты, там еще какая-то территория, интересно. А как бы нам так открытый проход? Ладно, давайте мы лучше отправим в Египет проникать шпиона. Дальше что у нас? Ой, я могу закон какой-то принять. Свобода или раб? Ну, наверное, давайте свободу примем. Плюс 4 деньги за специалиста. И плюс еще 10 цивиков, считайте, вход. По-моему, под плюс 200 добавилось, если я не перепутал. Так, семейный... О, слушайте, а что это так у нас? Ну, кстати, вот тут очень большой минус из-за недовольства городов. Я поэтому чеканку и открываю, чтобы... Сколько это осталось... Вообще он не показывает... А, вот показывает. Два хода. Чтобы города усмирять и улучшать вот этой семьи настроение. Катя, может, давайте в этой семье все-таки дар еще отправим, чтобы она в минус не ушла, на всякий пожарный. И один приказ. Куда-нибудь сюда поскачем. Ну, захват Анция, Рима, постройка Софии и храма Соломона меня, наверное, поднимет выше Вавилона. Но вот как дальше, как 10 очков... Смотрите, Карфагену 10 очков до победы. То есть без захвата 5 очков. Вот объясните, когда компьютера вот такие территории просто... Ну, то есть у Карфагена до хрена территории, а мы... Моя столица вот здесь, столица вот здесь, столица Рима вот здесь. Потом Рим
тупо забивает на территорию вот то, что захватил Карфаген. То есть, вы понимаете, Карфаген вот появляется здесь и заселил все в сторону Рима. Ну, мне просто... Я понимаю, когда там у них много там армии и прочее прокачанное. Но вот это, мне кажется, очень сильно рушит атмосферу игры. Когда ты видишь, что компьютер просто лезет в твою сторону, именно все сделано для того, чтобы он заселял территории рядом с тобой. Даже вот это, вот почему Рим поперся вот сюда заселять, а не вот здесь заселял? Я просто, ну, не понимаю. Мне кажется, лучше в действиях ИИ прописать просто ближайшее свободное... Ну, не свободное, просто ближайшее место. Там ты можешь воевать с варварами. О, Ассирия с Египтом в союзе, ни хрена себе. То есть Ассирия с Египтом воевать не будет. Нет, никакого перемирия. Дополняя к своему обучению, Кали ходит за вами по пятам на встречах и при выполнении других обязанностей, чтобы постичь искусство управления. Вы находитесь на долгом и нудном собрании с делегацией старейшин из Халеба, которые просят назначить наместника для управления городом. К всеобщему удивлению, внезапно выступает Кали, заявляя, что как Тур-Тесуп города Лусна, так и Курунта города Лусна – отличный кандидат на эту роль. Кали проявляет инициативу или переходит границы? Строитель. Оратор. Ну, вообще, вот этот интересный, потому что он 20 лет. Минус к деньгам, так это и не страшно. Давайте вот этого. Так, и что, он стал губером Лусны? Да. Отлично. Это здорово. Наследница под это подогнала нормального кандидата. Так, наверное, продолжу здесь каменоломни. И смотрим, насколько Рим снизили. Было 10, да? Стало 3, 4, 5, 6, 7. То есть по одному кубику, да, будет вход снижаться. А у нас зато место вот тут освободилось. Влазим. Теперь мы на самом деле 5 кубиков можем снизить, получается. О, слушайте, а он типа... А почему вот этот... А, потому что через реку... Значит, 4,5 кубика мы можем снизить. Ладно. Сколько бы раз их не атаковали, войска Харапсили не желают уступать позиции. Харапсили вдохновляет. Отлично. Умничка. Блин, не знаю, вообще, по-моему, не проходят эти... Как его... О, вернулись драгоценности, зашибись. Вообще не проходят криты в этой партии. Ну, наверное, в Кадеш отправим драгоценности. Хоть в минус пошло наконец-то. Так, ферма здесь. Тут замок. Цитадель. Не, надо библиотеку строить вообще-то. То есть вот этот у нас... Да нет, библиотеку, подождите, давайте, где у нас библиотека, возможно? Библиотеку вот тут предлагают. Да, но нам собор тогда негде будет строить.
Нет, давай снаружи библиотеку вот тут. Так, этот рабочий. Не знаю, строить дворец. Ладно, строим дворец. Уже добьем все три здания на Цивике. Так, где нам тут библиотеку строить? 4-2, 4-5-2. Ну, библиотека дополнительная. А почему тут 8,6 она дает? А, потому что в Хатусе чудо стоит. Кстати, надо, наверное, с Хатуса начинать все-таки библиотеку. Да, пожалуй, вот тут буду ставить. Покупаем камень. Ух ты, 1259. Ну, давайте лес продадим. Блин, так камень дорогой. Ну, камень сейчас самый дорогой. Недаром я ставлю столько каменоломен. Блин, можно разорить, можно поджечь. Ладно, может мы потихоньку атаковать все-таки будем. Пока так сделаем. Так, в Хатусе архив. Готов. Два гражданина есть. Давайте, наверное, пока повышу вот этого. Я хочу в библиотеку уже специалистов сажать. Ну что, наверное, Водион добавлю, чтобы быстрее культура капала. Так, в Кадеше священник-мастер. Ну, опять же, до конца добьем. Фига там еще территории сверху. Ох, блин. Вот еще, конечно, вопрос по этому, по осаде городов. Вот как сделать так? Ну, это как и в цели, конечно, есть проблема. То есть ты можешь атаковать город, атаковать, потом прибегает один юнит компьютера и захватывает этот город, например. Так и здесь. Не, ну Рим и Анцы это будут солидные города. Потом будет, кстати, все-таки попробовать Турикум захватить. Что-то грек вообще не чешется по скорости. Что-то мед не обработан никем. Вообще никак. Рим виноград обработал, чтобы винище хлестать. А мед такое себе. Пчелобоязнь. Есть какая-то такая болезнь, где... Пчелофобия, не помню, как называется. Родную мать продаст. Разрисованный генерал, разрисованные демоны. Второй в очереди родную мать продаст за медики. Так, чеканка монет открыли. Тирания, конституция. Наука за городского специалиста.
Вообще давайте, давайте. Чеканку монет мы теперь можем... Ну, то есть, усмирять город можем. Сейчас я пока не могу, потому что еще один ход, по-моему, да, один ход. Но вот это, типа, видите, в Кадеш отправляем за 100 цивиков и 2 приказа, и минус уровень недовольства. Это, по-моему, очень крутая штука. Так, чиним. Тут убиваем парня. Травница, наверное, харизму возьму лучше. Этот лучник. Давайте вот сюда ставим и лечим. Два хода до Айя Софии, четыре хода до Дворца Соломона. Чиним все вот эти, что нам поломали. Так, ну что, все еще не хватает, да? Ну, потихоньку обстрел. Так, вот давайте сейчас посмотрим. Это мы каждым лучником, это мы один кубик, считайте, снимаем, да? Раз, два, три и с половиной. Я не знаю, это мы какие-то шахматы играем, типа сделать так. Ну вот он вроде обстреливает, смотрите, город. Ладно, давайте так. Вот там 4 кубика, следующим ходом должно хватить захватить Рим. Не знаю. Если следующим ходом Карфаген захватит Рим, я просто, блин, не знаю. Я буду очень ругаться. Придется вам приглушить звук. Кстати, я тут загрузил уже несколько видео, да, Old World. Вот смотрите, так, на всякий случай, конечно, вам-то пофигу, но мне немножко обидненько. Вот тут у них есть настройка. Запись и стриминг, режим соблюдения авторского права включено. Вот видите, тут многие вот воспроизведения вырублено, да, потому что типа авторское право. Хрен, мне уже на два видео все равно страйк прилетело по Old World, что типа авторское право, понимаешь. Вообще надо, короче, музыку выключать в Old World, я так понимаю. И 5 приказов еще. Может, торговое соглашение с кем-нибудь. Давайте к грекам отправим торговое. Хотя, подождите, нет, нам нужны цивики, чтобы принять. Ну тогда все, 5 приказов. Видимо, стоим. Я каждый ход наблюдаю очки Карфагена и Египта. Египет уже приблизился еще на одно очко. Блин, как бы так сделать, чтобы... Ассирия на Карфаген напала. Там и Египет в союзе. Карфаген на меня нападет, да? Гораздо сильнее Карфаген. Но это же, понимаете, гораздо сильнее. Это вот на всю его территорию. У Персии 2 очала, блин. Но у него один город остался. Просто этот один город развивающийся стал. Ну, Персия, наверное, все вообще... Без шансов. О боже, смотрите, сколько разграблено. Грек, брат, отлично. Мы вроде Рим берем благодаря греку. Анций наш.
И Египет мы открыли. Так, тут я, по-моему, не Нассаном должен был отдать. Наместник в Лусне. Любительница верховой езды? Нет, наверное. Новые юниты? Нет, наверное. Наверное, просто отвагу возьмем. Ну, нам ни это не интересно. Храм строим. О, видите, даже Анций уже практически Вавилон догнал, чисто Анций построив. Наверное, будем тут стоять. Мне даже, видите, прокачивать ее. Не подсвечиваются стрельбища, дальше максимальный... Да, елки. Что такое с голосом? Максимальный уровень. Ну что, Рим берем. Рим должны брать. Все так загажено. Ну, может сюда, кстати, перебросить несколько работников. Город Рим пал, наши солдаты проходят по улицам, захватывая город под ваш контроль. В этом хаосе вас находит посланник из Карфагена. Хоть он и говорит с привычной вежливостью, в каждом его слове сквозит презрение. Армия Карфагена еще до вашего прибытия объявила о своих притязаниях на Рим. Славная царица Бирич, возлюбленная из Карфагена, требует, чтобы вы вернули город законному владельцу. О! Ну, кстати, как-то они это обыгрывают все-таки, да? Но мы давайте компенсацию Карфагену предложим. 236. Так, кстати, там кому-то я дань плачу в Вавилон. О, еще 26 лет. 26 лет это долго. Монах-мастер завершен. А библиотека не завершена еще. У нас тут писец, например, есть. Вот видите, уже 60 еды требуется, да? То есть я не могу, например, специалистов делать, у меня тупо еды не хватает. Это может пастуха. Плюс 10 вход. И видите, тут увеличим, и тут фермы построим вокруг этой фигни. Реально не хватает еды, чтобы строить все. Чтобы строить все. Хм. Так, в капы я этого сделал. Пока ноль граждан. Культурка. Мне реально надо больше ферм. Так, вот эту я хочу на смирить город отправлять в Кадеш. Сколько ходов это делает? 3 хода. В Анции восстановление. В Капуе старый священник. Опять же, мы не можем больше делать, у нас не хватает еды. Стены, наверное.
Или казначейство. Ладно, давайте казначей. Там может быть просто амбиция сделать четвертого уровня казначейства форум и архив в трех городах. Одна из последних, кстати, амбиций. Поэтому... Расос казначейства пока нельзя. Мы, собственно, больше пока и строить ничего не можем. О, у нас появился новый агент. Он, кстати, так нехило дает всякого, что он интриган. У нас, кстати, муж больной, возможно, тяжело больной. Блин, может этого подержать... Давайте пока подержу, возможно, мне его шпионом надо будет делать. Так, теперь проникнем в Ассирию. Ну, потрачу. У нас приказы есть. Так, а это цивики требуют, да, для торгового. О, кстати, прием при дворе. О, у нас вино и красители появились. Так, красители, по-моему... Нет, тут оливки и мед. Оливки. Так, ладно, значит, в города добавляем. Кадеш 9, 8. Ну, наверное... В луз? Не, блин, ну тут и так... Давайте лучше в эти, чтобы быстрее снижалось. Значит, одну в кадеш. Мы же потом можем убрать просто. Это никуда не денется. И в халев, чтобы быстрее уровни снижать. Плюс я еще буду этим. Все, приказы сделаны. Плюс я еще... Канцлером снижаю недовольство. А мы сюда, конечно, рабочих это все починить. То, что нам поломал Карфаген. Ну что, Карфаген, наверное... А, ну Турикум все Греция берет. Ну и отлично. И все, городов Рима здесь рядом с нами нету. Больше. И я бы, кстати, армию тут держал на случай... Нападение Карфагена. По-моему, это реально... Это реально! Я забыл, я Софью строил. Она там что идет? В общем, мы, кстати, ее сейчас построим. А, все города минус 2 несчастья. Глобально плюс 40 цивиков. Зашибись. Боже, греки тут все еще с варварами борются. Ну вот почему греческие юниты вместо того, что... Ну, кстати, Турикум они захватили. Охо-хо, не хо-хо, основоположница теперь. Так, царица Диотима Благородная мертва. Теперь... Ну, она много прожила, 80 лет, нормально. Деидамия новая. Племенной налет около Хадани... Опять, что ли? Так, собор Святой Софии. Царица заболела, дай блин. О, ваш муж больше не тяжело больной. Чудесное выздоровление, вау. Так, 800 цивиков, мне кажется, мне не надо, а вот купальни я бы построил, наверное, или украсть исследование.
Ну тут вот еще, кроме купалин, еще и всякие законы прикольные. Так. Что, не хватает цивиков принять конституцию, да? Ладно. Так, теперь у меня во всех городах вообще минус 7,6, минус 7,2, минус 6,4. И в Лусне уже. Надо вот Анцум и Капую улучшить. Ну, тут пока нулевой уровень и второй уровень, это пока... О, кстати, а мы в Анцум можем... Нет, не можем, у нас вообще нету никого туда отправить. Блин, 7 событий. Слухи о нашем знании и доктрине разнеслись далеко. Короче, Персия хочет доктрину. Мне кажется, что она нафиг, Персия. Вообще никто тут. Ну, кстати, давайте пускай вернет 3000. Ну, немножко ухудшится отношение за это, но у нас и так, я думаю, с греками зашибись. Ничего подобного собору Святой Софии в Кадеше не удавалось построить никому в известном мире. Это чудо архитектурного гения и художественного мастерства. Истинное свидетельство божественного. Какая религия назовет собор Святой Софии центром веры и жемчужиной своего духовного влияния? Ну, конечно, иудаизма, блин. Какое христианство, вы чё? Даже исторически Айя София не христианская. Молитвенный дом. Иудеи, это вы по секретным источникам, на самом деле Айю Софию в Стамбуле иудеи построили, кто не в курсе. Учителя вашей дочери Кали сообщают вам, что по ее словам она общается напрямую с Богом. Так, у нас уже один раз такое было, по-моему, сохухо не хухо, она стала у нас безумной из-за этого. Поэтому давайте просто дисциплину, окей? Вы наслаждаетесь медовым пряником, как вдруг на лакомство садится пухлый черный желтый шмель. В внезапном порыве вы, это безумное, съедаете полосатое насекомое минус 2, становится ленивой. Все города минус 10% к муштре, знаете, нормально. Это лучше, чем минус к мудрости. Муштра у нас и так зашибись. Так, закончила. Почему тактика или фанатик? Так, будучи лидером, дальность обзора, а будучи фанатиком-лидером, мнение религии плюс 60, и города с государственной религией могут совершить ускорение за муштру. Не, давайте лучше тактик, видимо. Тут хотя бы плюс 2 мудрости. Я просто хочу, чтобы она мудрая была. В разгаре народных волнений в Халебе Страшид схватил одного из зачинщиков мятежа, образованного иудейского генерала и литератора. Господи, образованный иудейский генерал-литератор. Перед двором он вызывающе провозглашает, что Бог послал ему знак, что герцогине Никалмате-младшей суждено однажды возглавить Хеттское царство. Ваша наследница принцесса Кали в ярости и требует расправы над ним, а вот Никалмате с задумчивым видом сохраняет молчание. Ну, а с хрена ли? Она хреновая. Предать его суду. Меня вас расстроено. Нет, давайте, знаете что? Лучше улучшим отношения с Кали. Кстати, не знаю, почему она расстроенная. Со мной. Я вроде ничего не делал такого. Минус стоп, уж отдалилась. А, что-то я ей не дал делать. Ладно, никогда не быть царицей, пускай лучше этот. Правда, это наш канцлер. Тоже такое. Так, надо дорогу в Анцы делать. И вообще у нас тут буквально 4-5 ходов, чтобы все ремонтировать. Давайте-ка мы понесемся быстрее, даже без дороги, наверное.
ферма. О, уже плюс 25 у нас пошло. Но нам надо бежать в бывшие города Рима. Так, тут починим. Всех рабочих туда. Слишком много улучшений поломано, чтобы на это не обращать внимания. Мы когда тут уже культура повысится? Что за фиг? А, подождите. У нас же, надеюсь, тут осталась легендарная культура. Не, нифига, смотрите, оно снизилось. Не, в Риме какая-то легендарная. А почему в Анциуме снизилась? Анций же тоже был легендарный. Хм. Стала примитивная. Так что культура сохраняется только в столице при захвате, получается? Или подождите, в Риме еще легендарная, но когда я его захвачу, она станет тоже примитивная? Фак. Ну это тупо. Ну как такое может быть? Ты захватываешь город, и он типа скатывается в говнину по культуре. Не знаю, может это типа баланс, то есть сейчас бы Карфаген захватил и победил, ну не знаю, мне кажется, это не должен быть, то есть ты как раз в этом идее, ты идешь, захватываешь легендарный город и побеждаешь. По-моему, это логично, нет? Продолжаем восстанавливать. В Кадеше старый священник завершен. Давайте архив 4 уровня. Блин, вообще не знаю, что. Ну давайте ров построю еще. Или лучше совет. Лучше совет, ладно. Опять налет. Встану сюда. Не, могут убить. Ладно, стою просто здесь, видимо. Кстати, давайте сюда генерала добавим. Вот молодые генералы появились у нас. Ну, как раз принцессу Кали давайте. Оса там выделывается при дворе. Сюда, наверное, генерала. Вот давайте апну против пехоты. Он просто не будет сейчас ходить. Так, вот эти юниты надо сводить, полечить. Тут левых лишних генералов нету. Если вот давайте этого повысим на орлиный глаз. И два приказа. Зашибись. Заканчиваю ход. И, наверное, на этом серию закончу тоже. В принципе, Рим взяли. Развитие идет, но я не знаю, 10 очков до победы Египту и Карфагену. Я не представляю, как им мешать вообще, в принципе. Еще раз повторяю, я считаю тупо. Смотрите, столица Рима здесь.
какого хрена, ну, я понимаю, он Ansum поставил. Ну, предположим, Туриум, да? Хотя это, очевидно, территория Грека. По-моему, для всех очевидно. Какого хрена он... Вот место. Почему сюда раньше пришел Карфаген, который находится аж вот тут, да? Понятно, что тут все было либо варварами занято, либо минорными цивилизациями другими, да? В то время как Рим почему-то перся, значит, вел поселенцы сюда, вот я его тут убил. Почему война с Римом началась? Первая война с Римом, я его убил, потому что он сюда вот вел посела. И потом он поставил Капую, то есть туда лез с каким-то макаром. Потом вот эти города поставил. Что это? Что такое? То есть такое ощущение, что у компов прописано ставить города, максимально мешая игроку. Как-то так. Мнение сменилось расстроено на осторожное христианство. Неплохо. Так, 350 цивиков получили. Наместник Кадеша погиб. И царица больше не больная, слава богу. Это мы будем... Или давайте сейчас уже примем закон, в принципе. Конституцию, наверное, приму. У нас это довольно много науки должно добавить. Было 145, станет 61, как-то плюс 16. Что, у вас только 16 городских специалистов? Немного. Кстати, я еще хотел посмотреть... О, Верховная Советница. Что для нее важно? Мудрость, харизма и дисциплина. Наверное, харизму давайте. Еще хотел посмотреть, сохранились ли какие-нибудь спецы в городе. Да. Да, видите, вот этих я не делал, они тут есть. Отлично. Отлично. Ну ладно, на этом заканчиваю эту серию. Спасибо, что смотрите. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут прямо сейчас во вкладке сообщества поискать. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живе Украина, и Россия будет свободной. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.